Так, друзья, так как у нас время, оказывается, в Латвии идет по-другому, чем в других странах, мы решили продолжить нашу вечеринку, потому что мы уже не... Встреча у нас по-другому чуть-чуть сейчас происходит. То есть получается, что на час, на час куда время? На час, ну, если считать от Голландии, ну, на час вперед. На то час вперед. Вперед, а назад? В общем, когда в Голландии 7, то тут 8. Ага, здесь 8. В общем, друзья, мы запутались, и дело в том, что опоздали или не опоздали, не знаю, одним словом, человек, который должен встречаться, сказал, что сам подойдет, потому что он так понял, что мы туда точно не сможем подойти. Так, и теперь дальше маленькая информация. Сейчас находимся в этой кафешке, которая называется Лидо, да? Сколько эти, это блины те же, да, или что это? Да, то есть клубника, это простой, на всякий случай. Клубника и простой, стоят они? Это, по-моему, 70 копеек, сантимов, а да. Этот, не знаю, 30? 70 сантимов, это примерно, получается, где-то 80-90, 1 евро, да, примерно? В общем, это 2 евро, получается, это сколько пирожных? Ну, 2, я имею в виду. А, так это другой блин. Как? Это другой блин. То есть он по-другому стоит? Да. А, сколько стоит? Это стоит 30 копеек. А, это вообще 30 стоит? То есть это простой самый, чистый, ага. То есть, друзья, за 1,5 евро примерно вот эти 2 блина, сколько это пирожок? 80 сантимов. 80 сантимов тоже. 1 евро пирожок стоит. Сок морковный. О, с кстати, маслом. Это то, что да, с маслом. Сколько стоит? 70. То есть тоже примерно 1 евро. И чай? Чай 40 копеек. 40 копеек. 50 центов. Вот такие примерно цены. На самом деле я сейчас смотрю. И я чуть-чуть запутался уже во всех этих ценах, вот этих странах. И раньше я чуть-чуть понимал, где дешевле, где дороже. Сейчас я настолько запутал, что я уже не знаю, где дороже, где дешевле. Но, несмотря на это, здесь в Риге в любом случае дешевле, чем в других европейских странах. Там, в той же Голландии, естественно.